Пьяная девушка спровоцировала ДТП в Петропавловске. Авария произошла во вторник, 5 марта в 19:45 напротив дома номер 6 по улице Тушканова. 23-летняя девушка, управляя Toyota Vista, пересекла сплошную линию разметки, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Honda Partner под управлением 50-летнего мужчины. В результате ДТП девушка пострадала, ей назначено амбулаторное лечение.